разговариваю. Ну вот они. Проснулись куклёшки, услышали голос кипера. Серёжа отвозил. Он говорит, мне Балу понравился, я бы пообщался с ним. Ну, да и там все равно. Идет. Ну что они? Вот они. Что-то народ откуда-то. Проснулись, что ли? Ну и что тут? Не знаю, сколько времени у нас. Вот я пока достану. 20. Ой. А кого снимать еще? Одних козлов поснимали. Я не понимаю, он не интересует, а они что-то мы сюда не допахнули. Ну, они сейчас, пока там кипер ходит, они сейчас не будут ничего делать. Ой. Там и Кай тоже прорычались уже. Серега смотрит, думает, что-нибудь кушать даст. А вон там чистит крылечко. Они смотрят. Я думаю, что за цепь сюда. Может, что будет добить? Смотрят медвежата. Кто идет? Здрасте. Ты можешь подавать? Там открыли наш мусорник. Вот что. Открыли все. Что вы открыли? Я там спариваю с ласточкой. Зеленогорск. Раскрыли деревяшку. Ну, мы только сейчас оттуда пришли. Ну, вот я тоже. Караганда. Я только Караганду сняла, больше никого. Ну, вот именно. Ему 14 лет уже, куда им? Ну, проорались. Еще та белка. Белка просит. Молочко. Сейчас посадят. Ну что, 27-го будем брофигрушки или как? Зоопарка, где трубы, где. Ой. У Сереги сейчас не спросила. Может, раньше? Там нет, это равно. Такой, о. Немножко сниму. Трещат, как тракторы. Они сегодня, знаете, вот я пришла где-то около 12, они... Один, значит, что-то вроде лег, она, Билочка, спать. Потом, значит... Ну, я 25-12 тоже, они играли, я снимала. Потом ушли. А я в 12 пришла, они как-то так, не очень. Потом ушли, потом вернулись, они спать улеглись. Я сняла внизу, как они спали. Потом Кая сняла. Им пришлось проснуться и ко мне слушать идти, как я разговариваю. Потом опять сейчас походили, сейчас возвращаемся. Они вообще тут знают, да? Мне по голосу все знают. Он спал. Я его начала, потом стала с ним разговаривать. Ну и все, он встал, подошел. Мне так нравится, как ты всегда каешь. Ну вот.